Но тем не менее, в доминант-септаккорде альтерируется, повышается 11-я ступень, может повышаться и понижаться квинта. Если в аккорде вдруг используется и пониженная, и повышенная квинта, такой момент будет называться расщепленной квинтой. Также в доминант-септаккорде может альтерироваться нона. Вот здесь она чистая. Видите, прям в скобочках у меня подсказывает. Да. Пониженная нона будет обозначаться бемоль 9. Да, все эти обозначения у нас идут справа от суффикса, справа от цифры основной, да, если это семерка, то все вот эти вот альтерации, они будут указываться либо правее, либо выше. А плюс 9, да, септ плюс 9. То есть в доминант-септаккорде альтерируется 11-я ступень, 5-я ступень повышается, понижается, 9-я ступень повышается, понижается. Это чемпион по альтерациям.